Отображение звуковой частоты на осциллографе. Это осциллограф любительский N313. Установлена развертка 1 микросекунда, 5 делений на 5 микровольтных делений, и делитель стоит 1 к 10. Обычный щуп. Вот, магнитофон спутник 402, древний кассетник. Берем щуп, смотрим на экран. У нас там пока ровная линия, ни меандр, ни синусоида. А теперь мы попробуем взять и прикоснуться к выходу, ко входу, вернее, динамика нашим щупом. Вот что мы теперь наблюдаем на экране. То есть на делении однотысячной секунды видим вот такое, на пределе однотысячной секунды видим вот такое интересное меняющееся синусоида. Если уберем щуп, то есть на 5 у нас все возвращается к исходному состоянию. Стабилизируем немножко. И снова посмотрим. Так, вот мы видим такие частотного спектра синусоиды. Ну, понятное дело, что второй вот щупа, может быть, на майке. Второй вот динамик у нас общий, то есть если мы к нему прикоснемся, то увидим, что все эти наши красивые синусоиды исчезнут, вот видите. Переходим на сигнальный вход динамика, вот, пожалуйста. И при определенном навыке можно судить о частотной, о характеристике частотных каналов записи с произведением. Музыка кончилась. Видим лишь шумовой фон.